Ребята, всем привет! С вами Всем Катюшка моя. привет! Да, Катюшка и Аня Кононова на заднем плане. Смотрите, мы приобрели такие вот классные-классные кроссовочки. И хочется показать их вблизи. Вот такие вот они хорошенькие, такие вот они прям суперские. С такой вот они прям стелечкой. Стелечка достается. Все-то тут прям здорово, великолепно. Вот, такие вот хорошенькие. Что там внутри? Стелечка снимается, стирается. Вот, прям никаких нареканий нету. Подошва очень красивая, суперская. Все тут вставлено великолепно. Протектор, да, смотрим на протектор. И на ножке они тоже хорошо смотрятся. Это светоотражатель, он так не светится. Просто на камеру почему-то он так светится, да. Давайте прям близко, близко, близко вам все покажу. Да, тут какие-то, видите, еще резиночки туда сделаны. Так, значит, аннотация на них, как вы видите, артикул 885-727. И состав у них идет вверх текстиль, искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Вот, ну давай, Катюша, подходи. Такие вот длинные шнурочищи. Так, ну тут еще вот видите дырки, да, Катя? Просто так на скорую руку тут сделала. Да, Катюш, как? Пружинит, что? В них очень удобно ходить. Я перед съемками несколько минут в них уже походила по квартире. Подошва, она, я бы не сказала, что мягкая, но и не сказала бы, что твердая. Но не пружинит. Да, больше я характеризовала бы ее как удобную. А сами кроссовки очень модные, стильные. Угу. Да. Шикарно, вообще шикарно. Ну и вторая моделечка, вот такая вот. Артикул 885-720, верх текстиль эко-кожа, подкладка стелька текстиль, подошва ПВХ. Конечно же, как же без Алиски, как же без Алиски. Итак, давайте с вами смотреть. Тут, кстати, она вклеена, и я ее нечаянно отклеила, ребят. То есть вот это не достается, а вот тут точно достается. Тут заклеено не было, да, то есть видите, Алиса. Да, Катюшка, подойди, как они тебе? Да, эти тоже очень выглядят здорово. И подошва в них такая же. То есть модель у них, по сути дела, одна, просто разный дизайн. Угу. Вот. Угу. Здорово. Мне не очень понравились. Я себе точно-точно такие же заказала. На Катюшке сейчас 37 размер, а себе я примерю 38 размер. Расскажу, как они мне подошли, потому что я их еще не примеряла. Ну что, Катюша, будешь носить? Да. С удовольствием? Большим. Да, ну все, я счастлива. Очень красивая, прямо стильно. Компания с каждым годом прямо на стиле, на стиле. Посмотрите, как мне очень нравится. Ребята, а сейчас вот такие кроссовочки я еще заказала своему мужу. Так, как вы видите, они полностью идут тряпичные. Внутри тоже полностью идут тряпичные. Стелька тут тоже съемная, не наклеенная. То есть и тут вот какая-то... Как это сконцентрировать-то, да? Вот какая-то вот такая резина внутри. То есть, если вот эти кроссовочки у нас получается артикул 885-930, верх текстиль, подкладка без подкладки, подошва ПВХ, да, то есть, ну вот подкладочка есть тут какая-то. Вот она достается полностью, да, то есть, ну как бы она есть. Тут какой-то, да, такой поролончик или что-то типа этого. И вот оно как внутри, да, все прошито, все хорошо сделано. Да, никаких проблем нет. Стельки можно отдельно доставать, проветривать. Значит, тут у нас идет резина. Тут тоже идет резина. И вот это вот, смотрите, это декор. То есть, раз завязали как надо, а надеваете вот через эту петельку. Вот тут вот через эту петельку. Ну что, Антоха, повертись. Угу. Как тебе? Мне хорошо. В плане того, что эти косочки, они мягкие. Mm-hmm. То есть в них удобно, комфортно. В жару, да, нога все равно, как и любая, от стопа будет потеть. Но так они очень легенькие. Единственное, ходить не дождливую погоду в них. Ну это да, почему? Это потому факт. Потому что они как тряпичные. Mm-hmm. Чисто ходите, вот когда 20-25 градусов, вполне хорошо. Я думаю, после 25 все в шерсти перебирается больше. Угу. Ну и вот такие вот черные. Почему они желто отсвечивают? Потому что я включила свет на телефоне, чтобы вы смогли разглядеть, да, вот это вот все. На самом деле они чисто-чисто черные. А, кстати, протектор не показала, да. Ну, тут он такой обычный. Да, то есть. Угу.
Так, значит, это 885 918 и состав идентичный предыдущему. Оба размер 44. Антох, размер идут? Да, ровно, вот прям ровно. Вот у меня палец заканчивается. Ой, слушай, тебе давить будет? Нет. Не будет? Нет, это ровно. Угу. Так, вот смотрите, тут сзади есть такие вот петельки, за которые Антон зацеплялся и надевал. Но петельки, я бы вам скажу, что они маловаты. Но так как они, видите, они полностью тряпичные, у них нет пятки, да, то есть за это место, не знаю, Антон, наверное, оно порвется, если тянуть. А вот тут, конечно, оно маловато, то есть вот так вот берете и держите и надеваете. То есть вот тут можно держать и вот тут можно держать, да, то есть таким вот образом. Ну что, Антоха, оставляешь? Да, конечно. Оставляешь. Они слегка разные, слегка разные, значит, тут вот декор резиновый вот в этом месте идет, да, то есть шнуровка тут тоже никакой роли не играет, один раз затянули и надеваете. Можно подзатянуть, чтобы если у кого низкий подъем, вот здесь вот, то можно подзатянуть, она стягивается. У Антона высокий подъем, да. И у меня, кстати, тоже высокий подъем. Ну и давайте Алису вам покажем. Она ждет, очень ждет, что ее покажут, позирует, смотрите, какая красотка. Да, ну, в общем, Антох, носи с удовольствием, да, то есть вот прям близко-близко, если показать вам все, чтобы вам уже вопросов не оставалось. Хорошие кроссовки. Ну что, ребята, дошла наконец-то очередь и до меня. На мне шлепки артикул 885-910, размер 38, верх искусственная кожа, если он есть вообще. Так, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, а подошва ТПР. Да, вот такая вот стелечка. Антох, увеличь, пожалуйста, покажи стелечку. Вот, да, такая вот мягенькая, фигурная, красивая. Ну и, в принципе, вот они такие. Как вы видите, у меня нога их шире. Я хотела взять двое, но из-за того, что у меня реально широкая стопа, ну, они вот как-то вот так вот сели на мне интересно. И я решила одни отправить на возврат. Хотя я такие очень люблю, а вторые я решила оставить себе. Все тут очень хорошо регулируется, тут несколько дырочек, все это вот застегивается на такой вот крючочек, да, как вы видите, все прямо вот тут удобно, камушки довольно таки крепко вроде бы прицеплены, никаких нареканий нету, вроде бы не насквозь, но я не скажу, что они приклеены, они как будто приделаны, да, то есть видите, тут вот как будто вшиты они. Вот видите, шовчик есть небольшой, вот тут вот маленький. Они как будто вшиты. Вот, ну, поэтому все, оставляю их себе. А, еще вот тут есть такая штучка, чтобы не натирала ногу. Она абсолютно гладкая и удобно между пальцев. Вот как раз, да, не обращайте внимания, конечно, на мой маникюр. Это маникюр двухнедельной давности. Ногти у меня из-за наших витамин сильно растут. Поэтому не обессудьте. Ну, а так, в принципе, хорошо. Да, носок, пяточка, все вошло, все идеально, они мягкие, хорошо очень так вот гнутся при ходьбе. В общем-то, оставляю их себе, понравились. Раз, два, три, четыре, в этом мире. Ребят, классные, вообще суперские просто. Очень такие удобненькие, легонькие и прямо размер в размер. Прямо вот у кого нога больше, чем 38, не берите. Берите прям 39-й. Вот прям носочек вот тут. Идеально прямо. Вот он. О, поскрипывает ноготь, как-то накрашенный. Артикул 885-727. Ой, нет, это 37-й размер. Взяла упаковку из-под Катиных кроссовок. Значит, артикул 885-728 в 38-м размере. Размер в размер. Просто вот прям идеально. Мне село, идеально подошло. И вот бывает у меня вот в этом месте давит, тут нет. Тут шнуровочка чуть-чуть, я так понимаю, пониже спущена, чем у других, да. И как раз она начинается в том месте, где можно расслабить и носить, чтобы все было хорошо. Вот у кого высокий подъем, берите, не сомневайтесь. Очень классные кроссовки. Ну и точно такие же, как у Катюшки. Я считаю их облегченным вариантом, потому что они смотрятся более так аккуратно, более так прикольно. И смотрите, очень хорошо подходит к носкам Faberlic Овечка. Смотрите, прям идеально, да? Класс, класс, класс вообще. Артикул 885-721. Хорошенькие. Новые тапочки из линейки Love. Цвет розовый, да, то есть такие свеженькие, хорошенькие. Размер 36-38, мне не прям впритык, как вы видите.
прям впритык-впритык. Очень мягкие, очень легкие. Тут прям в обтяжку. Вот это сверху, вот это краска. Да, я не знаю, потрескается она в итоге или нет. Это уже, если что-то будет не так с ними после 2-3 стирок, я это сниму в пустых баночках. Да, ребята, поэтому смотрите пустые баночки. Там есть продукты, которые я ругаю. Так, далее, значит, что хочется сказать. Верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва полимерный материал. Причем они прямо до такой степени мягкие, приятные, что вот прям, видите, прям такие вот хорошенькие, мягонькие. На ноге вроде бы нормально сидят, вроде бы никаких проблем нету. А вот, кстати, носочки Love, хоть это и не пустые баночки, смотрите, как просвечивают. Да, то есть вот они, вот на ткань, и вот так они просвечивают. Поэтому, кто их покупает, там их 3 пары в наборе, знаете, что они вот прям такие тоненькие, аккуратненькие, ну, как раз на лето. Это наш такой вот огромный заказ для Виктории. Все, что нашли, все, что смогли найти, нашли на сайте. Папуля нам помогает Викусю снимать. Вика, какое на тебе платье? Желтое? Желтое, да? Платьишко очень хорошее. Вика, покружись, да, такое великолепное. Подойди к маме, давай посмотрим. Оно, ребят, теплое, плотное такое вот, да? Тут идет какой-то даже подшерсточек, что ли, да, немножечко такое. Реально хорошенькое. Мы заказали, оно и слегка великовато, но, в принципе, хорошо. Значит, это у нас идет платье трикотажное для девочки с длинным рукавом. Цвет оранжевый, размер 134. Вот мы сейчас буквально вот со дня на день перешли на 134 размер, потому что очень много вещей. Ну, в общем-то, можно оставлять это платьишко. Великолепно. 95 хлопок, 5% эластан, 526,015 артикул. Вика, нравится платье? Да. Да? Будешь носить? Да, Вика? Так, сейчас мы хотим примерить еще вот такое платье. Я заказала с размером 128. Вот сейчас думаем, будет это платье или кофта? Нет, в принципе, отлично. Вик, какое платье? Розовое? Ага. Вика, посмотри на маму. Мама. Где мама? Иди ко мне. Иди ко мне. Смотрите, какая вязочка красивая, очень вязочка. Угу. Великолепно просто. Мне нравится, я его оставлю. Вот сейчас как раз летом побегать, да, после дождичка в четверг, как говорится. Итак, значит, это у нас идет трикотажное платье, розовый, размер 128, 60 хлопок, 40 акрил. Оно абсолютно не колется, мягкое, аккуратненькое. Артикул 529-981. Вот буквально недавно к нам пришло. Это она Алиску, да? Алиску теребит. Алиска, конечно, такая кайфовая тут лежит. Ты кайфуешь? Где животик-то? Вот такой у нас животик. Скоро корм для кошек компания Faberlic выпустит, да? Будем дегустировать. Будем дегустировать. Животики будут кушать. Ротики будут кушать. Далее, смотрите, вот такое полотенце я заказала на сайте. Артикул 116. 15-70/40. Да, вот такое большое полотенце. Вика, помогай показывать полотенце. Положи себе на плечики. Положи себе на плечики. Мягкое, да? Мягкое, хорошее, да? Видите, такое вот оно прям хорошенькое. Конечно, смешно. Как же не смешно. Так, сейчас мы надели шортики. Очень даже симпатичные, хорошо застегиваются. Значит, 128-я ростовочка. То есть шортики великолепные. А, Антон, карманы ведь настоящие, да, у них? Карманчики настоящие. Вика, покружись. У, какая, да? Ну, аккуратненько. Вика, сядь. Вика, сядь. Сядь. Удобно? Вика, тебе удобно? Не давит ничего? Хорошо все, да? Ну, они тянутся слегка. Да? Ну, в принципе, хорошо так все смотрится. Итак, это у нас, получается, шорты из джинсовой ткани. Я взяла таких пару штучек, потому что нам ехать скоро в отпуск, и одних, я думаю, будет маловато. Размер 128, но больше 128 я не закажу. Будет размер 134 следующий у нас. А, значит, артикул 522-805. Далее у нас такая вот футболочка. Да, обычная такая тоненькая, хорошенькая футболочка. Вика, покружись. Вот такая, да. Это идет футболка цвет фуксия, размер 128, состав 100% хлопок, артикул 527-733.
Так, теперь мы надеваем такие вот джинсы. Папа там пытается застегнуть все. Это брюки из джинсовой ткани для девочки. 97 хлопок, 3% эластан. В ножках туговатые, длинноватые. Что-то нам не очень. Но, да, они растягиваются. Вот, размер 134, ребят. Да, Вика, покружись. Да? Ну-ка, Вика, присядь. Присядь. Да. Присядь. Вот, так, да, присядь. Удобно? Ну, вроде бы, да. Вроде бы удобно. Удобно? Вика, нравятся штаны? Да. Да? Будешь носить, да? Куда ты ноутбук понесла? Тебе надо, чтобы я его включила? Давай, да. Подожди немножко, потом включим. Ну, и футболочка обычная, белая, тонкая, приятная. Ну, даже не белая, а средней такой плотности. Милая кошка, милая кошка. Цапнет ведь, опять будешь царапанная. А, тоже размер 134, 100% хлопок получается. Тоже такая вот симпатичная. Вика, покружись, пожалуйста. Ой, какая умница. Ну, я не знаю, Антох, оставляет джинсы или нет. А мне кажется, что она их еле-еле надела. Еле-еле она их надела. И тут, конечно, надо понимать, что они ей туговаты. Ну, вот я думаю, если вот тут, вот видите, низ обрезать, вот этот вот низ, ну, обрезать, то будет очень даже неплохо. И они будут ей лучше налазить, потому что у нее нет еще столько высоты, а ширина она уже на 134 у нее пошла, поехала. Так, ага, милая кошка. Вика, покружись. Покружись. Ну, конечно, вместе с кошкой. Очень видно. Виконька, отпусти кису. Антон, спаси кошечку. Спаси нашу лапочку. Отличные шорты, ребят, даже с карманчиками. Просто великолепные. Значит, шортики у нас идут с артикулом 527.70. А размер у них тоже 134. И вот еще такая вот у нас футболочка. Да, одевай, Вика, футболочку. Одевай, Вика, футболочку. Да? Вот так вот Вика сама одевает. Да, все удобненько. И это такой, знаете, получается комплектик. Очень симпатичный, с такими вот лампасиками тут на плече и вот тут на попе. Тоже очень-очень хорошо. Значит, футболочка, размер тоже 134, артикул 527-761. Вика, ты куда спряталась? Ты пошла кошку побеждать опять. Милая, милая Алиса. Давай Алису пожалеем, а? Вика, покружись. Ну, симпатичный, да, да. Даже если она его и... Иди ко мне. Даже если она его и криво надела, да, то есть если все вот это вот выпрямить, очень даже хорошо получается. И очень ткань такая тонкая, приятная ткань. Так, сейчас Викуська надевает футболочку. Да, сама одевает. Умница, красавица. А, цвет белый. Вот тут я взяла 128 размер. Я помню, что она была оверсайз. Вика, посмотри на маму. Вика, посмотри на маму. Где мама? Посмотри на маму. Так я знаю, что я вот мама. Так, встань, встань. Посмотри на меня. Посмотри. Ага, вот такие у нас тут крестики-нолики. Крестики-сердечки, вернее. Нравится? А что шепотом-то? Да, говорит, нравится. А, в 128 размере, 100% хлопок, артикул 527-796. Так, сейчас Викуля надевает вот такую тай-дай футболочку. Это мультицвет, размер 128, состав 100% хлопок. Тоже взяла поменьше. Она, знаете, такой коротенький у нее идет вариантик. Вик, я тебя люблю. Иди ко мне, иди ко мне. Покружись. Артикул 528-010. Тоже хорошенько, согласитесь. Тоненько, приятненько. Рукавчики такие, знаете, как будто укороченные немножко. Занервничала девочка. Говорит, сколько можно мерить? Смотрите, какая стойкая, да? Тьфу-тьфу-тьфу, дай нам Бог до конца все снять. Так, это тоже тай-дай. Это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 528-002. Цвет мультицвет, размер 128, 100% хлопок. Викуся убежала. Вика, иди скорее к маме. Одевай футболку. Покажи нам футболку. Решает, хочет она такой или не хочет. Иди красиво исправим. Иди исправим красиво, чтобы все было, да? Вот такая девочка. Вика, покружись. Ой, какая умница, какая красавица. Вика, нравится футболка? Да? Ну вот, я бы заказала эту футболку уже в 134 размере. Но вот сейчас мы ее поносим и ближе к осени уже на вторую жизнь будем отправлять.
Так, сейчас мы примеряем брюки 527-680. Они тоненькие, хорошенькие. И получается 100% хлопок, размер 134, ребят. Ну, идеально вот 134 сел. Да, Вика, руки в карманы. Ой! Ой, надоело сниматься. Ой, мама зря похвалила. Ой, ой, ой. Давай, давай, ты мамина помощница. И сейчас на Вике будет трикотажная толстовка с длинным рукавом для девочки. Цвет белый, размер 134. Состав тоже 100% хлопок. Артикул 527-671. Отлично. Вика, покружись. Ну все, теперь наш размер 134, потому что ни велико, ни мало, самое-самое-самое то. Да, ребята, вот такие вот они хорошенькие. Вика куда убежала? Вот такие вот они хорошенькие. Не хотеть. Так, сейчас Викулька как раз-таки примеряет. Я заказала ей такой вот костюм. Еще один светло-розовый, трикотажные брюки для девочки. Размер 134, 100% хлопок получается. Артикул 527-707. Тоже на таких же завязочках удобных, как предыдущий. Тоже все здорово и классно. Давайте, баронессишна, одевайтесь. Она уже опять что-то заревелась. И мы решили, что я ей разрешу шоколадку скушать. Шоколад у нас от компании Faberlic идет без сахара, поэтому мы ее угощаем, даем ей почаще сладкого. Ой, все на замочке, здорово. Вику, сиди к маме. Да, ты покружишься? Вот такая умница, вот такая красавица. Жарко ей, жарко. Да, тут есть такой немножечко, он такой слегка утепленный, да, то есть, видите, тут такой как бы начесик внутри идет, очень такой некрупный. Да, мама всем показала мамин шкаф, мамину свалку. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, видите, такой вот тут хорошенький начесик, антирастяжечка тут есть. Капюшончик такой двойной, тепленький, хорошенький. Ткань очень нежная, легкая, приятная. Ну и у нас осталась еще ветровочка. Папа уже нам помогает, Вика сама не одевается. Да? То есть тут еще такие карманы, но я не знаю, вот эти карманы, ребят, ну что тебе обманы? Ни телефон, ничего. Ну, что не жалко потерять? Наверное, носовой платок только можно тут положить. Вот, значит, вот эта толстовка 527-689, это обычная удобная кофта с джинсами, совсем подойдет. Не обязательно покупать комплектом, да, и низ изделия выполнен в форме резиночки, вот такой вот. Хорошенькие такие, мягкие, очень приятные на ощупь. Капюшон затягивается, делает уже, шире делается. О, какая, кстати, классная такая ветровка. Вика, померяй. Ага. Ну, надень. Давай, надевай. Нет, говорит, не хочу, говорит. Она устала, я, говорит, от вас. Да, она умница. Вот только на последних двух вещах. Она, я так понимаю, не промокайка, да? Короткая, да, такая. Здесь, антизакус еще идет. Антизакус, отлично. Да. Вика посмотрит на маму. Маму. Где мама? Где мама? Где нет. Мама? О, рукава, кстати, мама. Длинноваты. Да. Ну ничего, рукава мы подошьем. Вика. Посмотри на маму скорей. Антон, поверни ее ко мне. Поверни. Так, идите сюда. Тут звездочка пришита. Да, затягивается. А где Вика? Да, а что, удобно? Хорошо все. Все, Вика, все, сейчас шоколадку тебе дам. Умница, хорошо поработала. Антизакус. А карманы глубокие, Вика? Где карманы? Покажи нам глубину кармана. Опа. Глубокие, да? И она такая, знаете... Плащевочка как будто. Да, плащевочка. Ой-ой-ой-ой. Больно уж мы тебя боимся. Тут, значит, у нас идут лампасики. Папа, доставай нам шоколадку. Да, тут у нас идут такие вот лампасики пришитые. Низ ветровочки сделан хорошо. Я так понимаю, что она не промокает. Вика, какую выбрала шоколадку? Какую выбрала? Так, корица, главное, кому белый лен, мускатный орех. Что? О, у нас такой шоколадки нет. Ты о чем? Покажи мне. С фундуком и кешью. С фундуком и кешью она здесь выбрала. Гор. Все, все перебрал. На. Вот он даже, да, тут значит такая вот, да, она. Ну, в общем-то, все, ребята, все вам показали. Викуська огромная умница. Коллекция Романтик когда-то вот была. Логотип тут еще остался. То есть внутри она такая... Тоже такая не
как даже выразиться, она не натуральная. То есть ее нужно носить с какой-то кофточкой натуральной. Ну, да. Да, то есть вот это, конечно, факт. Карманы тут, кстати, очень хорошие, удобные и застегиваются на молнии. А, что это... очень даже здорово. Да, очень даже великолепно. А маме? Ой, спасибо, да. Вот такая красивая шоколадочка с суперфудами. Все, все поработали хорошо, все заслужили. Ребят, забыл артикул ветровки сказать, да? То есть вот действительно все 100% полиэстер, размер 134 и артикул 526-051. Ну и еще плюсом ко всему, забыли, ребята, забыли показать. Маме очень понравилось вот это вот трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. И она его очень долго хотела, потому что его можно носить и так, и нараспашку, и как накидочку, и как плащик. В общем-то, видите, тоже кроссовочки от Faberlic классные, да? Вот, и вот это платье, его потом очень долго не было в наличии. Мы его не могли выцепить, да? Размер 50-52, но оно идет такой оверсайз. Рукавчики тоже можно загибать, разгибать. Оно идет с карманами. Карманы не обманы. Цвет великолепный, да? То есть, и вот мы маме его наконец-то выцепили. Оно приехало, мы его ей взяли. Значит, состав 68 вискоза, 27 нейлон получается, 5% полиэстер. Мамуль, как тебе? Не знаю, удобно так-то. И цвет хороший. Мне-то прохладно, хорошо одел и пошел. Мне тоже нравится, потому что оно, ну, оно всем идет, да, всем, да, подходит, да, да. Оно вне возраста. 525, 855 в 50-52 размере. То есть тут идет такая вот дробь, получается, да, вот в размере, и непонятно, да, как, какой размер. Ну, в общем, нам с мамой отлично подошло. Я себе точно такой же купила. И еще вот пуговка в составе. Отлично, отлично. Спасибо вам за внимание. Вика, скажи пока-пока. 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 Пока-пока.